Смотрим на Сыктывкар. Я как житель США буду смотреть на то, как живет вот этот город. Мне многие писали, в прошлый раз я смотрел на картах Google, там были фотографии двухлетней давности, мне сказали, посмотри на картах Яндекс. Ну, в меня там много тапочек накидали, в общем, много что в меня там накидали. Поэтому давайте посмотрим, что из себя представляет Сыктывкар на картах Яндекс. Я буду тыкать на Абум. Поэтому давайте посмотрим. Ну и мое мнение, как человек, который живет в США, ой, ё-моё, более 4 лет. Я с 19 года здесь. А что случилось? Ну ладно, всякое бывает. Ладно. Давайте посмотрим дальше. Что тут есть интересное? Наверное, это ремонтные работы идут. А, да, ремонтные работы идут. Ладно, ну что скажешь? Ремонт идет. Отнесемся с пониманием. О, леса строительные. Как США, прям надо же. Прям интересно. Какая-то историческая часть города, мне тут сказать особо нечего. Ну, прикольно. Город довольно-таки зеленый. Старенькие здания. Печально, конечно, смотрится. Печально, печально, печально. Что тут сказать? Вот мне сказали в прошлый раз в комментариях. Вася, ты предвзято относишься к Сыктывкару. Блин, простите, если не выговорил. Лук, как об этом можно красиво сказать? Вот скажите мне, пожалуйста. Я так понимаю, это что-то типа центра. Я не знаю, где здесь центр города. Мне говорят, Вася, ты плохо говоришь про Сыктывкар. Скажи что-нибудь хорошее. Вау! А говорят, топить нечем, да? Дома зимой. Вот, пожалуйста. Сколько? Кстати, к сожалению, говорят, Россия – это страна, где забор сделан из досок, а мебель из опилок. Березы. Кстати, в Нью-Йорке тоже есть березы. Я ничего не могу сказать. Я не хочу ничего особенно такого необычного говорить. Вася! Я помню прекрасную фразу. Вась, Сыктывкар великолепный зеленый город. Да, я теперь понимаю, почему здесь кустов понасажали. Потому что если кустов здесь не будет, то, я не знаю, птички плакать начнут. Но березы зато красивые. Что сказать? Березы красивые зато, смотрите. Есть асфальт. Колодцы закрыты. Будем искать плюсы. Забор. Есть. Вон что-то построено даже. Пойдемте куда-нибудь сюда. Ну, бывает, что скажешь. Ну, бывает. Наверное, в Сыктывкаре любят в таких домах жить. Да? Ну, что скажешь. Ой. Вот, к счастью, я в Нью-Йорке ни разу не видел панельные дома. Может быть, они и делают, как-то застраивают, может, их облагораживают как-то. Я всегда вижу дома из кирпича. Новые дома строят, из чего я не знаю. Там в основном я вижу стекло и облицовка какая-то. И просто огромные стеклянные окна в новых домах. И всегда чем-то облицовано. Но вот такие панели я ни разу не видел. Ладно. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Тут вот какое-то кольцевое движение, может, что-нибудь хорошее будет. Что тут? Ну, ой, ой. Будь здоров. Да тут страшно болеть, что тут скажешь. Будь здоров. Ну, действительно. А, будь здоров, закрыто до 8 утра. Да тут как бы болеть-то и неохота, но я боюсь, что как бы и выбора-то особо нет. Вася, я вспоминаю комментарий, Сыктывкар великолепный город, он очень зеленый. Кстати, я сейчас вспоминаю, что мне в основном про Сыктывкар писали, что он очень зеленый город. Я думаю, странно. Напишите мне про какие-нибудь красивые дома. Никто ничего не написал про красивые дома. Написали, что он просто зеленый город. Ну да, зеленый город. И да, вот одуванчики, наверное, где-нибудь. Да, о, одуванчики растут вот тут даже, да? Слов нет. Ну, шикарный зеленый город, что скажешь. Тут он какой-то детский садик даже, да? Какое-то муниципальное предприятие, наверное. Как сказать покрасивее-то, а? Так, это что?
Это какая-то площадь. Тут сто пудов раньше рынок был, да, какой-нибудь. Потому что в Магнитогорске, если такая площадь где-то есть, например, на Курантах, все знают, тут раньше был рынок. Я помню, на Курантах в Магнитогорске был рынок, на Центральном, ой, нет, возле ЦУМа рынок, на Завинягина. Зато зелено, да? Люди, которые очень любят Сыктывкар, у меня в комментариях, говорили, что это великолепный, красивый город. Кто-то мне даже писал, что он красивее Нью-Йорка. Какая религия запрещает покрасить? М? Вот какая религия? Что? Ладно. Я не пойму, что написано. Коми? Я не это... Мне читается не очень красивое слово, поэтому я не буду произносить вслух. Все-таки вечер, я устал, поэтому, извините, мозг у меня плохо работает. В Магнитогорске так выглядит общага. Вот я знаю, что здесь, я не знаю, находится. Может, какое-нибудь муниципальное здание. Ой, какие балконы. Давайте не будем на них смотреть. Так, а это на Новый год уже готовится, да? Готовь сани летом. Сыктывкар всегда готов праздновать Новый год, я смотрю. А вот это на флаг Украины, на герб Украины вообще похоже. Да? Прикольно. Наверное, не снимали с Нового года, да? Памяти республики. Ладно. Жители Сыктывкара, которые мне писали, что это великолепный, красивый город. Я не знаю, как помягче сказать. Я сам родом из Магнитогорска, из России. Ну, я же могу сравнивать. Солнышко вон светит, видите? Хорошо. Ну слушайте, ну Россия такая богатая страна, ну что происходит-то, алло? Ну страна с такими ресурсами, какая религия тут-то запрещает сделать что-то? М? Давайте честно, те, кто писал, что Сыктывкар красивее Нью-Йорка, вы... Видели фотографии хотя бы Нью-Йорка? Вы знаете, что я такого асфальта, вот такой дорожки вообще нигде ни разу в Нью-Йорке не видел. Ладно, здесь какой-то ремонт, наверное, идет или что, я не знаю. Да не похоже, что здесь какой-то ремонт идет. Ну, вон зато сквер какой-то. Березки опять, да? Грустно. Грустно. Давайте вот здесь посмотрим, что тут. О, вот что-то нормальное. Прям какой-то элитный дом. Да? Продаж квартир. О. Ну, блин. Наверное, жители Сыктывкара очень любят такие деревянные дома, да? Я надеюсь, у них есть отопление и туалет, и вода. Ну, у них есть спутниковые тарелки. Угу. Подождите, я здесь был, что ли? Был разве я здесь? Или похожее просто что-то? Тыкнем сюда. Это что? Это веселенькое место. Какие-то кусты. Но я такого в Нью-Йорке точно ни разу не видел. Вот вообще ни разу. Даже заброшенные дома. Есть заброшенные дома, но так ни разу не выглядело. Ничего. Вася, Сыктывкар такой зеленый город. Ну да, вижу. Зелени полно, вон травушка какая-то растет даже. Лебеда, может, или малина. Что это? Я не вижу. Может, крапива. Забор зеленый, да. Скажите, как у вас там с алкоголизмом? Прям интересно стало. Что мне тут добавить? Вот давайте сейчас еще посмотрим на что-нибудь. Дам Сыктывкару. О, красивый домик. Ура. Дам Сыктывкару шанс. Слушайте, ну я надеюсь, это все отреставрировали. Сколько лет
этой фотографии, кстати, на Google было написано, а здесь не написано. 21-й год. Тоже 2 года этой фотки. Мне в комментариях писали: Вася, на Яндекс новее фотки. Ну вот что на Google 2 года фотографии, что здесь 2 года фотографии. Для кошек, что ли? Кэт. Для кошек? Мед. Мед. Закрыто, короче. Технология печати. Мне даже сказать-то нечего, если честно. Если бы не чувство юмора, мне кажется, жители Сыктывкара бы на антидепрессанты бы подсели. Ну, тоже вот, слушайте, ну, можно же ухаживать. Я не поверю, что у России нет денег на вот это вот все. Вот не поверю. Зато флаги России висят, да. И такой асфальт. И флаги России. Что это? Женская гимназия. Что, до сих пор такое существует, что ли, женская гимназия? Давайте посмотрим, куда окна выходят у женской гимназии. Интересно, какая-нибудь мужская гимназия, нет? Что это? Каприз. Женская гимназия выходит на дом, на какой? На березки. Да? Ладно. Весело у них, весело. А, ну, зато флаги России. Да. Зато флаги России. Ладно, на такой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся. Что сказать? Помягче, что сказать? Мне иногда пишут: Вась, скучаешь по России? А я вспоминаю комментарии, которые мне пишут из России. Про доносы. Сколько мне раз писали, что Вась, на тебе надо донос написать, надо тебе заставить родину любить. Сыктывкар красивее Нью-Йорка, Сыктывкар великолепный зеленый город. Да, вон одуванчики вижу, шикарно. Сами живите в Сыктывкаре. Давайте без обид, конечно. В Россию мне ни разу не хотелось. И самое главное, это права людей, конституция и закон. Вот с этим можно даже как-то жить, можно. Но я хочу быть человеком. Я хочу, чтобы у меня соблюдались права человека, чтобы работал закон и конституция. Но не так уж это и много. У меня мозги есть, голова на плечах есть, я уж деньги-то заработаю. Ладно. Грустно. Грустно. Говорят, Сыктывкар один из лучших городов по благоустройству. Мне в комментариях писали. И он был когда-то лучшим городом по благоустройству. Представьте, как выглядит остальная Россия, если это лучший город по благоустройству. Пишите еще, какие города посмотреть. С вами был Вася, пойду чаю попью. Потому что алкоголь я не пью. А жители Сыктывкара, если они пьют, я прекрасно понимаю. Господи, что это? Ладно, не хочу знать. Покедова всем, покедова.